господа! Боже мой! Я предлагаю выпить этот тост! Ну зачем, за нашего юбиляра! Господа! За Василиска Африканча Блистанова! Растрогали. Ура! Дорогие, милые друзья мои, позвольте мне в сей радостный день высказать все, что скопилось здесь, в груди моей, под сводами моего душевного здания. Перед вами старец, убеленный сединами, одной ногой стоящий в могиле. Я плачу, но что такое слезы человеческие? Попалась мне тут в руки одна паршивая пьеска из современных. Всего-то в ней хорошего, один монолог, да и тот женский. Актриса там, не помню уже сейчас, что она говорит, но только когда схватила ее жизнь, да голодать заставила, да улыбаться, когда слезы на глазах. Груба жизнь. Попала я в водоворот. Жила весело, как ребенок. Мечтала о славе, любила. А что теперь? Завтра утром в Нижний ехать, в третьем классе. А в Нижнем пьяные купцы будут приставать за кулисами. Как я устала. Отдохнуть бы мне сейчас. Отдохнуть. Я актриса. Теперь я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом. Я пьянею на сцене. Только там я себя чувствую прекрасно. Без нее жить не могу. И только, когда я думаю о своем призвании, я не боюсь жизни и смеюсь над смертью. Браво! Перед вами, друзья мои, актеришка Блистанов. Тот самый, который заставлял дрожать стены 36 театров. Тот самый, который выражал образы Отелло, Елизария, Франса Мора. Thank you.
Thank you.